А что у вас случилось? Мне нужно справку ребенку. Только справку? Да. А где напишите справку? Да. Прям здесь? Ага, хорошо. Алексей. Ага, спасибо. Спасибо большое. Справку выдают прямо в регистратуре. Карточку не смотрят, чем болел, не интересуются. Родителям здесь верят на слово. Заключение выдают буквально за 5 минут. Ребенок здоров, можно идти в детский сад. Почему вы даете справку ребенку, которого вы не осматриваете? Ну вот, Бобурков Алексей, здоров. Но мы спрашивали, если нужен ли осмотр врача или не нужен осмотр врача. Выдается справочка. Если не нуждается ребенок в осмотре, то справочку мы даем здесь в регистратуре. А я сама решаю, нуждается мой ребенок в осмотре или нет. Перед тем, как выдать справку, никаких документов регистратор не спрашивает. И даже не отслеживает, прикреплен ли ребенок к этой поликлинике. Итак, справка на руках. И сейчас самое время познакомить вас с ребенком, которому и был выдан этот документ. Бобурков Алексей. Вот он, Алексей, даже взял с собой паспорт, чтобы было все достоверно. Правда, в справке изменен год рождения. Выдавалась она 3-летнему ребенку, а Алексею сколько лет? 36. Чуть постарше будет. Вообще, выписывать справку медрегистратор не уполномочен. Это нарушение правил. Только врач может выдать такой документ. Но родители, которые ходят в эту поликлинику, говорят, здесь справки регистраторы выдают часто. И боятся, что с такой бумагой в детский сад может прийти ребенок, который, например, до конца не выздоровел и потом заразит других ребятишек. Ребенок должен осмотрен быть 100%, потому что если он заболел или болеет, или какие-то нарушения есть, в любом случае, как бы я против таких справок. Как мама других детей, да, например, я бы не хотела, конечно, чтобы больной ребенок пришел. Садик, там, руководство поликлиники уверяет, что такая ситуация – простое недоразумение. Справки в детсад без осмотра врача они не дают. А вот в бассейн – пожалуйста. Документ действительно можно получить в регистратуре, минуя кабинет врача, рассказывает заведующая Маргарита Сизарова. Так участковый освобождается от бумажной волокиты. Переболел у ОРВИ. Ну, был у них там какие-то, не знаю, почему не ходил в бассейн. Вот такие справки мы даем, согласие мамы и все. Бассейн. Даже без ребенка? Даже. Ну, бассейн, как правило, это не наше подразделение, то есть не лечебная физкультура в бассейне, а просто это оздоровительное мероприятие. Хотя и это тоже нарушение. После болезни справка бассейн также должна выдаваться только после приема врача. Вот и получается, все на совести самих родителей. Хочешь, веди ребенка к врачу, нет времени, получай справку в регистратуре. Юлия Бычкова, Сергей Кашин, Михаил Масленников, Афонтово. Новости.